Улица энергетиков в поселке Внесок в лесном городке. Новую игровую площадку местные жители ждали давно. Она должна понравиться и малышам, и детям постарше. Кроме игровых элементов, проектом предусмотрена уличная спортивная площадка. Мы здесь делаем на данном дворе, на энергетиков дом 2-3, делаем детскую игровую площадку совместно с воркаут-зоной, ну, такая комбинированная со спортивной площадкой. В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий устраиваются данные площадки. Новая детская площадка с современными игровыми формами и безопасным покрытием уже привлекает внимание детей. Радует, конечно, что будет новая площадка. Это хорошо. Еще одна площадка находится на улице Дружбы. Она тоже расположена вблизи жилых домов, и пользоваться ей будет очень удобно. У нас уже скоро зима, уже наступает холодная погода, и вот пора оканчивать работы по сдаче детских площадок. Уже в ближайшие дни будут сданы, и вот сейчас вот мы здесь находимся в Внесоке. Здесь вот уже как раз вот уже, так сказать, скоро перережут ленточку, и можно будет пользоваться детской площадкой. После сдачи объектов мониторинг их состояния будет продолжаться в рамках проекта «Городская среда», который реализует партия «Единая Россия». Мария Шматкова, Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».